Всем привет! Сегодня неплохой денек выдался. Давно у нас не было видео на канале, поэтому я решил это исправить и приготовить картошку с мясом, с грибами в казане. Я подготовил уже полкило шампиньонов, начистил картошки, лук, морковка. И тут у нас килограмм свиной шеи. Ну и мы будем использовать масло нерафинированное, специи для картофеля, для приготовления блюд с картофелем. Тут соль, чеснок, плоды кориандра, сладкий перец, лук, тмин, майоран, листья фенхеля, чабер, семена укропа, черный перец, перец чили и прованские травы. Здесь у нас душица сушеная, базилик сушеный, тоже майоран, розмарин, мята, чабер. В общем, всякие разные травки. Вот. Первым делом я хочу обжарить в масле картошку. Нарежу я ее крупно, кубиками. Для этого вот у меня такая вот есть доска. Итак, приступим. Нарезаю картофель. Вот нарезаю я довольно-таки крупно, вот такими кубиками. Ну и сюда же и складываю. Пока я буду нарезать, я сейчас растоплю тандыр, чтобы казан прогревался. Так, дровишки я заложил, небольшую порцию. Казан установил. Как видите, у нас уже глубокая осень. Листва падает. Довольно-таки прохладно. Несколько градусов выше нуля. Итак, поджигаем. Пока дрова разгораются, я сразу добавляю масло. Пусть оно нагревается. Вот масло. Сразу литр я выливаю. И возвращаюсь к нарезанию картофеля. Но теперь я это буду делать в дыму. Так, картошку я нарезал. Казан прогрелся, сейчас попробуем. Но еще недостаточно. Подожду, пока еще прогреется получше, буду картошку ложить. Итак, масло уже нагрелось. Добавляю картошку. Сейчас мы обжарим картошку, потом мы ее отсюда извлекем, будем жарить грибы на таком вот огне хорошем, жарим, помешивая, пока она не станет такого золотистого цвета. Огонь разгорелся так, что пришлось поддувало прикрывать. Картошка уже готова, сейчас буду снимать, хотел вам показать. Это будет видно. Вот я ее ножом накалываю, она прям вообще мягкая. Вот так она выглядит. Я ее сейчас уже снимаю. Вот картошку я извлек, вот такая вот она красивая и прям разваливается местами. Немножко мы ее пережарили. Так, теперь я буду добавлять грибы. Грибы я буду целиком. Вот так вот в масле, в оставшемся. Вот, грибочки прям там в масле потонули и жарятся. Поддувало пока прикрытое. Прошло минуты 3, и посмотрите, какие стали грибы. Они золотистые стали.
Я думаю, они уже готовы. Еще немножко пожарить. Пока наши грибочки там жарятся, я нарежу мясо. Так, мясо я нарезал вот так вот крупненько. Смотрим, что там грибы. О, грибы готовы. Гляньте, какие красивые. Снимаем грибы. Снял грибы прямо на картошку. А теперь буду жарить мясо. Так, грибы достали, теперь мясо. Мясо белеет моментально. Все, обжариваем мясо. Пока мясо жарится, я иду резать морковку и лук. Так, мясо у нас поджарилось, достаем его. Теперь мы будем обжаривать лук с морковкой. Вот. Главное вовремя достать. Потому что сгореть может моментально. Вот такое вот мясо у нас получилось. А теперь мы достали казан и выбрали жир. Потом я налил кипяток, и вот я его так споласкиваю. Он очень хорошо моется горячей водой. Вот, смотрите. Сейчас мы его так сполоснем и будем тушить все, что мы до этого обжарили. Вернули казан на место и добавляем масло, которое мы извлекли. Сейчас мы на этом масле сделаем небольшую поджарку лук с морковкой. Так, вот наш лук с морковкой. Сейчас мы их обжарим. Ну и дальше будем добавлять все, что мы: грибы, картошка, мясо. Предварительно обжарили. А, запах обалденный. Сейчас мы вот это обжарим, добавим сюда мясо, воды и протушим минут 20 с мясом, со специями.
Так, зажарка готова. Добавляем мясо и воду. Потом соль, специи. Сейчас добавим специи, накроем крышкой и 20 минут протушим. Так, уже темнеет. Мясо мы тушим минут 15. Сейчас посмотрим, что там происходит. Ничего не видно. Сейчас крышку положу, перемешаю. Буду пробовать на соль. Ага, вот. Вот такая вот красота. Так, прошло 20 минут. Ничего не видно. Парит. Вот. Что у нас вышло. Сейчас мы сюда добавляем грибы, картошку. Посмотри, как парит. На соль, на специи уже попробовали. Добавили немножко. Вот так чуть видно. Кипит. Сейчас все соединяю и финальный вариант вам покажу. Ну и попробуем. Так, вот наша картошка с грибами. Сейчас мы все это соединяем и минут 5, чтобы оно как бы насытилось вкусом, обменялось, соединилось. Вот, сейчас перемешиваем хорошенечко. Так, вот так перемешиваем. Картошка уже остыла, сейчас она нагреется опять. Ой, чувствую, будет такая вкуснота. Вот. Что получилось? Сейчас снимем пробу. Картошка обалденная. Еще она немножко сейчас протушится. Вот видите, на запах пришел Спайк и облизывается. Ну вы поняли, запах тоже классный. Сейчас она чуть-чуть постоит и все. Все, выдержали 5 минут под крышкой. И теперь сейчас уже на улице темновато. Заношу домой, насыпаю и смотрим поближе. Вот наша картошка с грибами. Парит. Сейчас будем насыпать. Итак, давайте попробуем, что у нас получилось. Картошка. Очень вкусно. Я еще сверху базилик добавил. Уж очень я люблю эту травку. Так, мясо. Мясо, наверное, надо с ножом. Хотя нет, и вилкой. Получается. Да, мясо вкусное. Все готово. Грибочек. Грибочек очень сочный. Да. Грибы вообще обалденно. Запах за счет трав и само блюдо, мясо, грибы, очень вкусный запах. Поэтому
пойдет блюдо, можно готовить для большой компании. Сытно и вкусно, можно накормить достаточно много своих друзей, родственников и наесться самому. Итак, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь этим видео, если хотите, чтобы больше видео было на канале. Потому что если мало просмотров, мало лайков, ну как-то и не особо интересно снимать что-то, показывать. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Всего хорошего.